Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас очередной выезд за грибами. Все лето грибов не было. Под конец лета, начало осени сейчас, сентябрь, середина, вдруг стали расти все грибы сразу. На прошлой неделе ходили за белыми. Сейчас белые, в принципе, тоже есть, просто мы до них не дошли. Буквально позавчера ходили за козляками и другими различными маховиками, плюс были подосиновики, подберезовики. И сегодня мы решили пойти за опятами. Опята совсем маленькие еще пока. Те, которые я сейчас режу, это пока самого большого размера сегодня попадаются. Только-только пошли, поэтому не все грибы получается срезать. Часть грибов оставляем для других. Вот хорошая кучка опят попалась. Отличные опятки. Погода сегодня не самая лучшая для похода в лес. Дует очень сильный ветер, валят деревья. Поэтому в лесу находиться что-то стрёмно. Поэтому надо быстрее нарезать и сваливать домой, пока каким-нибудь деревом тебя не пришибло. Сегодня у нас будет очень быстрый сбор грибов. Оранжевый уровень опасности. МЧС прислала смс-ку. Тут и без всякой смс-ки понятно, что на улице полная задница. Все трещит, шумит, валится. В общем, настоящий экстрим. Вот молодой гриб-зонтик. Кто-то их любит делать как отбивную. Но, видимо, в больших размерах. Такие маленькие, не знаю, все собирают их или нет. Но мы его оставим расти. По правде сказать, опята я не очень люблю собирать, потому что их надо собирать. А грибы я люблю находить. То есть я люблю ходить по лесу, искать грибы. А вот такое монотонное срезание, что-то это не по мне. Но что делать? Сезон в этом году не грибной. То есть это пока единственные грибы, которые можно как-то заготовить. Так, а вот и беленький попался. Вот он. Несмотря на то, что грибов много, можно собирать и собирать, все-таки приняли решение пойти домой, поскольку очень сильный ветер и валятся деревья один за одним. Вот это дерево, которое передо мной сейчас упало прямо вот на моих глазах, буквально за секунду. Причем вот на просеке оно упало, то есть могли мы 10, и оно могло на нас упасть. И таких деревьев сегодня уже упало немало, плюс сыпятся какие-то палки, ветки. В общем, кошмарное дело. Решили, в общем, ну его нафиг эти грибы сегодня. Пойдем лучше домой. Что-то уже падает еще чуть-чуть. Много мы насобирали. В общем, хватит пока. Может, завтра сходим еще, послезавтра.